Зачаровать меч из Майнкрафт на 1000 градусов. Очень интересная задачка. Для начала мне нужно добыть несколько кусков угля. И кстати, ребята, в этом видео спрятаны различные пасхалки. Смотрите видос внимательно, полностью, и пишите в комментариях, в какие моменты появлялись эти пасхалки. Самые активные подписчики, которые нашли больше всего пасхалок, попадут в новый выпуск. Так, ну а мне сейчас нужно разжечь костер, чтобы накалить мой меч до 1000 градусов. Так, энчант-книга, которую я припрятал специально для этого случая. Положим алмазный меч и... О, господи, какой он горячий! Теперь с этим мечом все курицы умирают буквально с одного удара. Не то что умирают, все мобы буквально сгорают заживо. Ну, во всяком случае, на ужин жареная баранина мне обеспечена. Замечательно! С этим мечом я еще себе и опыта подфармлю. А если его бросить в воду? Ого! Вся вода испарилась буквально за мгновение! Теперь мне больше не понадобится губка, потому что у меня есть меч, зачарованный на 1000 градусов! Стоп! Не может этого быть! Неужели это я наделал своим мечом? Черт, 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 нужно отсюда срочно сваливать! Деревце. Интересно проверить на нем мою новую теорию. А что если по нему полоснуть разок? Ого! Этот меч способен испепелять заживо мобов, поджигать деревья? На что он только не способен? Да я стану теперь просто богом Майнкрафта! Так, так, стоп, стоп, стоп. Нет, 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 пожалуйста, не разгорайся так сильно. С этим мечом одни неприятности. Интересно, а он сможет, скажем, поджечь динамит? Это я сейчас и проверю. Ого, этого не может быть. Он способен сжигать мобов, сжигать деревья и взрывать динамит. Нет, 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 зачем я заложил так много взрывчатки? Наступила ночь, а вокруг ни одной живой души. Погодите-ка, это что, гигант? Не может быть. А что, если я по нему разок полосну своим горящим мечом? Черт возьми, этот меч способен поджигать таких огромных монстров с одного удара. Я просто поверить своим глазам не могу. У меня получилось сделать столь мощный меч. Проклятие! Он меня засек! А, нужно срочно отсюда сматываться! А, он гонится за мной!